Начало геноцида. Ну, судя по счету, все равно. Как ты, кстати, вышел на этого утилизатора лоха? Он картинки писал. Задианонился. Поговорим доступен до замка. Ну, шикарно. Шо-шо? Да, смс почитал. Сколько на голову? Нет. Скотина, а? Иди нафиг. Блин. Когда собака гонится. Блин, как же тут все гонка, а? Блин, что за фигня? Почему? Пускай не заполосированная карта вообще. Чего тогда? Заполосированная карта. Че? Это ж косплей. Карта все равно сбалансированная. Вы представьте, расхламишься снизу где-нибудь, тебя придешь выживать. Ну, страдать и выживать. Страдать и отжираться? Да, это же безумие. Пылесос есть, отлично. Если можно работать уже. Далее. У тебя там такое эхо идет? Ну, я бы очень. Я когда-то ебошил с пылесоса даже. Да. Помните ли меня? Даже я как-то что-то на дискуссии не делал. Я понял, что если кошка стреляет, то быстро убивает лесу с любовью. Это скотина. Блин. Ой, прости. Бля, прости. Я твой прости, знаешь, что делал? Ну я просто не видел, кто это. Его движение, не все. Ты ж слушай. Брось за такое. А ты сам виноват. Ты ж явился. Я помню времена, когда я испугался, говорил и убивал кого-то. Да, да. Я это очень сидел. Бля, меня пришлось. Мотировку были на оба. А может просто я и есть? Я рядом, не сторожу, не бей меня. У меня 2 хп. У меня 1, 6. Я тоже хочу хп. А ну похер, я отжигаюсь. Ну чё, так от плоту выжились, а? Фига, чё это получилось? Я не знаю.
Да, найду. Я тебя спас, считай, потому что я тут застрелил ублюдка, который там стал. Это осторожно, у меня сейчас арбалет, сейчас кто-нибудь прибежит еще небось. О, бегает. Так. Нас подожди. Ого, какой он мощный. Ну что за фигня, потом вокруг за угол, там сразу ракета. Что это такое? Ну просто он... Где дома? Ты где? Которого? Ну. Ну. Ну да. Блин. Каш. Ну, короче, с каши связался. С блюда. Каша. Может Ювич, может Дюшес. Пока еще неизвестно. Вот. А, что же значит точно? Погоняй просто ко мне и все. Меня позависаем. Меня позависаем. Сейчас. Вы ж... Ты же... Ты же хотел его скинуть, блядь. Кому? Ну ладно. Ну вот, что придёт кашка и... Кальян. Ну да. Был один человек, стал 4. Ладно. Вы спросите, что там происходит? А? Что у вас происходит на такое? Ну, вообще, сегодня вроде как небольшой сбор. Туса опять? Ну, блин, это сухая туса будет эго-кальян, так что... Так что это сантяжечка можно назвать. У тебя кальян, ты что, уже дома кальян куришь? У меня кальян в шкафу стоит. Да он не мой, я его стырил. Я просто отжал как-то... Отжал наркомана кого-то, да? Почему, через кальян же курят? Собак. Ну блин, я не знаю, что ты через кальян. Ну через кальян можно курить траву, но это будет очень исключительно, и никто так не делает. Это если, не знаю, у тебя там охуенное количество бочей, тогда можно, пожалуй, через кальян. Ну или там сидишь где-нибудь в арабских эмиратах. Ну, в плане в арабских странах, где там, не знаю, под каждым кустом какая-нибудь трава есть, тогда да. Под каждым столом трава. Это у тебя. Я, кстати, начал читать наркосвященника. Что? Ну мне читать вообще нечего, понимаешь? Это что? Это что вообще такое? Это как дурацкая книга. Я, кстати, кнопка активировалась. Можно еще раз нажать. Нажал уже? Или это не ты? Конечно я, кто еще тут? Откуда я знаю, что кнопка активировалась? Ну да, конечно. Просто у меня еще оружие даже нет. Мы же начали бежать. Сегодня джимы напоминают. Так, я слил справа качку. Нет, я забегаю. Блин, Ликана меня заклебал, он постоянно с пылесосом сидит. Хика. Ты скажи, когда будешь подходить, потому что это. Блин, да я короче не добегу, скорее всего. Потому что у меня газ раньше, чем я добегаю. Коридор какой-то, коридор просто. Я не упал. Побежу-ка я немного. Все. Много людей умерло? Ясно. Четверо. Четверо тут всегда пишется. Ого, хилиться какой-то застрелил. Похилиться захотел. По крайней мере, в бункере один был засранец, судя по всему. В бункере один засранец был. А, блин. Чё вообще мне унижает? Ты плеч поставил, ты лучше? А, нет. Ну, ладно. Потом. Уже готов. Я сейчас там поверху беру. А знаешь, что такая неприятная вещь бывает в игре, когда, например, видишь кто-нибудь с ракетницей, видишь, что у тебя там красный прицел. Угу. Класс, рядом еще один красный прицел. Да, да.
прикрылся, там красный присел какой-то. Вообще будет ли пиковать? Блин, я вообще на тебе уже два раза подряд, ну не подряд, просто два раза. Взял и снизил. Я там сейчас спрятал. Я в руке. Я 24 штуки, я не осталось. Иди сюда, тут аптечка. Бункер я не понял. Ну, на тот момент, пока я там был, не было никого. Сейчас скретчик уйдет на слёнок, его ковишь, и их тёлки, и можно будет один убирать. А на слёнок всё такое же? Ну да, одним следующим убирать можно. Но у него, кстати, помнишь, как-то была тема, что его девчонки ребят след. Он поднялся на 15. Но прежнему можно убирать. Распахирится. В бункере бегают. Это только ты, надеюсь? Я. Так, пылесос. Ну ладно, возьму патронов к пылесосу. Пулемёту, собственно. Я прям к тебе сейчас приду домой. Угу. То есть ты можешь никуда не уходить? Да, но порубать я не смогу. Потому что весь движ придёт. Я же к кухне, потому что в комнате не хочу принести. Вот. Но в плане, я точно буду дома, если что, я как бы в плане, как минимум в контаче точно буду на связи. Я жму кнопку. На джампер будет, ой, там. Буду сраниться по летам. Ну, у меня рельса был как ты думаешь, я могу тебя убить? Я ж криворукий. Осторожно, не высовывайся. Я вижу. Ай, бляха! Только собрался отвечать на телефон. Алло? А ты где? Сам-то сейчас. Далеко в бункере сидит. Так, не знаю, какой хавчик мелкий. Мелкий дисплейсный хавчик. Вот. Да я без понятия. Как бы. Короче, я-то ж нифига не буду. Не знаю, может. В плане. А возьми, знаешь, что? Чайку что-нибудь возьми. Вот. И это будет тема. Ну давай. Так, я, пожалуй, сейчас уже отконнекчусь. Вот. В общем, если что, я точно на связи в контаче. Вот. И может чуть попозже смогу еще в скайп вернуться. Вот. Ну, ладно. Ладно, пока тогда. Давай.